Ассоциация народов Севера приглашает вас посетить город Надым по туристическому маршруту «Северная экзотика». Город Надым находится на крайнем севере Тюменской области, где расположены крупнейшие в мире месторождения нефти и газа. Современные жилые микрорайоны города прекрасно сочетаются с окружающими живописными сопками и озерами. Сам город расположен на берегу озера с романтическим названием «Янтарное». Надым – город газодобытчиков и строителей. К услугам гостей города – спортивное сооружение, молодежные культурные центры, отдыха и досуга. Город Надым ждет гостей. Северная экзотика ждет вас. Приезжайте в город Надым. К услугам туристов. Комфортабельная гостиница со всеми удобствами. Туристы будут размещаться в благоустроенных двухместных номерах. Гостиница находится на живописном берегу реки Надым. К услугам отдыхающих – разнообразное питание, медицинское обслуживание и другой сервис. Любителей охоты и рыбной ловли мы приглашаем в наши охотничьи угодья, куда вас доставят вертолеты.
Северная природа красива и самобытна. Мы сделаем ваш отдых незабываемым в любое время года, будь то сибирские морозы до минус 50 или летняя жара до плюс 45. В наших охотничьих угодьях опытные егеря помогут вам и организуют охоту на лося, медведя, глухаря, уток и другую северную дичь. Наши северные белые ночи или полярное сияние никого не оставят равнодушными. Вы когда-нибудь пробовали уху из нельмы или муксуна? А щекура вам не приходилось пробовать? Только в Надыме вам предоставится возможность попробовать экзотические блюда из нашей северной рыбы. Если вы еще не решили, где провести свой отпуск, приезжайте в Надым, и вы не пожалеете. Мы сможем организовать для вас охоту в любое время года, будь то лето или зима.
Если вы хотите узнать, что такое настоящее русское гостеприимство, Ассоциация народов Севера ждет в приполярном Надыме своих гостей. Итак, если вы еще не решили, где провести свой отдых, Надым ждет вас. Ассоциация народов Севера приглашает вас посетить Надым. Ассоциация народов Севера – это предприятие, созданное в период перестройки. Приглашаем вас посетить Надым.